Видео подготовлено каналом Уроки ТВ, номер 544. Существительными мышь, путь, рояль, фамилия, повидло, чучело. Составьте такие сочетания или предложения, в которых отчетливо определялся бы их род. Увидев мышь рядом с собой, Алексей спрыгнул вниз и с вытаращенными глазами бросился бежать далеко в поле. Утром подали 3 лошадей, и мы тронулись в путь. Рояль был приобретен и поставлен в угол гостиной. Фамилия как фамилия, но тогда она меня почему-то рассмешила. А сливовое повидло было обязательным блюдом к завтраку зимой. Чучело курицы было прекрасно само по себе, особенно ее заботливо причесанный хохолок. Мышь, она моя, женский род. Путь, он мой, мужской род. Рояль, он мой, мужской род. Фамилия, она моя, женский род. Повидло, оно мое, средний род. Чучело, оно мое, средний род. Словосочетание. Серая мышь, трудный путь, черный рояль, знаменитая фамилия, вкусное повидло, огородное чучело. Если у вас возникли вопросы, оставьте комментарии под видео.